Депутат Государственной Думы Лидия Антонова провела личный прием жителей городского округа Люберцы. На встрече обсудили вопросы, связанные с благоустройством городских и дворовых территорий. Затронули тему духовно-нравственного воспитания молодежи, а также работы систем здравоохранения и образования. Есть вопросы, которые касаются образовательной стратегии. Эта тема связана с организацией такой доступной помощи тем семьям, в которых растут дети, которые требуют особых условий для образования или там, просвещения. То есть это дети, которые имеют те или иные показания, и для них необходима помощь там, логопеда или психолога, или специализированного врача. Во время визита Лидия Антонова встретилась с волонтерами городского округа Люберцы. К беседе присоединились народные избранники от партии «Единая Россия». Добровольцы рассказали о своей деятельности, а представители власти, в свою очередь, пообещали помочь в решении организационных вопросов. Те ребята-волонтеры, которые в Люберецком округе, я их просто лично знаю, просто замечательные ребята. Мы ими можем гордиться.